Кубок мира в Казани. Сегодня главный трофей Мундиаля представили на площади Тысячелетия. Эта 6-килограммовая золотая награда пробудет в столице 3 дня. Сфотографироваться с кубком смогут все желающие. Кукмыр и Сабы стали побратимами китайских городов. Таковы первые итоги 2-дневного рабочего визита Рустама Миниханова в Китай. На деловом форуме наша делегация презентовала инвестиционный потенциал Татарстана. На чемпионате мира по футболу в Казани болельщиков будут обслуживать 100 автобусов на газомоторном топливе. Всего к соревнованиям Россия приобретет 1400 единиц техники на газомоторном топливе. Обслуживать экологичный транспорт будут 47 газозаправочных станций.